Привет, меня зовут Маша, добро пожаловать на мой канал «От скуки», посвященный вязанию и разному виду творчества. Сегодня я хочу начать свой новый еженедельный влог, хотя в последнее время я стала очень сильно задерживать с выпуском, с выходом влогов, но прости, лето, хочется встречаться, отдыхать. Так и вчера я весь день прогуляла со своими девочками, познакомилась с двумя моими девчонками лично, наконец-то. То есть я могла их пообнимать, пожмакать и прям вот насладиться целым днем гуляния. К нам приехала наша дорогая Олеся из Анапы, с подачи которой я вяжу кардиганы шопель, потому что она именно была прародителем этой идеи. Она мне подарила первые два моточка шопель, из чего уже понеслась вся моя любовь. И мы с ней встретились, обменялись, так сказать, подарочками. Я ей подарила кое-что, что она хотела, я надеюсь, потому что когда я это купила, она прям сказала, что ей это очень сильно нравится. Так что я надеюсь, ей понравилось. А мне Олеся подарила, в свою очередь, вот такую прекрасную бобинку ягненка. Мы были в магазине «Вязь», мне очень понравилась эта бобинка. Я не знаю, почему я до этого ее не замечала или как-то не обратила внимания. Очень прикольный ягненок, это мулинешка, здесь белая, голубая и такая чуть-чуть мятная ниточка. Здесь она выглядит просто как голубая, да, но на солнышке мы вчера выходили, смотрели, она выглядит именно мятная. И это у нас Super Lambs Wool от Nova Superlana, наверное, производитель называется, не знаю как, в магазине «Вязь». В принципе, там есть поисковая строка, можно забить просто 3523 и выпадет этот артикул. Очень прикольно, и что мне нравится, здесь 483 метра на 100 грамм, то есть можно в одну ниточку спокойно брать и вязать. Пока, конечно, она в пропитке, не могу сказать, что в восторг, но это ягненок, он однозначно раскроется. И я вчера, пока мы гуляли, у меня были с собой спицы, я начала вязать. Значит, вот эта часть полностью связана на 2,75 и вот эта на 3,75. И что меня удивило, на 2,75 она плотненькая, то есть резинка норм, да, но вот когда я вязала тело, мне хотелось взять спицы побольше. Прям так побольше. Но вот когда я взяла 3,75, это, конечно, решето. Но кто любит такие вот прям, то прикольно будет. В работе идеально, не расслаивается, не перекручивается, ложится достаточно ровненько, да, ну для ягненка. Лицевая гладь хорошая, косины нету, никакой рядности в принципе нет, да, хотя я не умею особо ровно вязать, хотя вот, вот здесь вот петельку я, видать, расслоила, да, беленькая. Отошла, значит, надо все-таки больше уделять внимания. Видать, я расслабилась, что нитка идеальная. Покупала исключительно на такой рабочий базовый джемпер на каждый день, который можно вот прям таскать и в хост, и в гримбу. И мне очень понравилось, что цвет достаточно универсальный. Если я не решусь связать себе, да, то вполне можно связать и мужу такой прикольный джемпер, и кому-нибудь из детей, то есть он и не мужской, и не женский, и не взрослый, и не детский. Мне кажется, классно. Даже там, маме, грубо говоря, она у меня все-таки уже девушка не молодая, так сказать, ей было бы очень классно, ее бы этот цвет освежал. Ну и папе, наверное, хотя я не уверена, что папа бы согласился на такой цвет, но мне кажется, он очень универсальный. Так что вот такая красота у меня есть. Образец, естественно, пока до ВТО. Я его постираю и покажу поближе. Также я вчера в Вязи ходила с вот этим образцом, это у меня сессия, везде прикладывала, и вот идеально подошел вот этот шелк, еще подошел один кашемир, который я хочу подмешать, но за ним я вернусь чуть-чуть попозже, его еще много в большом количестве, так что он меня дождется, я в этом уверена. Хочу подмешать, чтобы немножечко утолстить, и кашемир там кардный, он закроет вот эти вот некрасивые проблески рядности, да, он выдаст какой-то пушок, хотя и, в принципе, вот эта сессия тоже выдала классный пушок. Это шелк Хосигава, 6000 метров, как бы ничего выдающегося нету, да, как бы просто шелк и шелк, я его взяла просто для блеска, чтобы вот, не знаю, просто цвет совпал, решила взять, почему нет. Красота, она есть.
Вот, также мы потом поехали в магазин Dolce Filato. Там получилось очень неудобно. Ну, хотя, не знаю, вроде прошло все неплохо, но как-то получилось так себе. Там, оказывается, был прямой эфир у Ольги Кондратьевны по полочке. У Ольги Кондратьевой. У Ольги Александровны Кондратьевой. Вот. Все в кучу собрала. В общем, там были... Там проводили прямой эфир, снимали, а мы ворвались с тортами, ха-ха, хи-хи. Ну, вроде бы я сейчас посмотрела эфир Ольги Александровны, но мы там не сильно орали, нас практически не видно, не слышно, так что, блин, неудобно, конечно. Причем мне девочки из Dolce Filato, когда им написала, что мы сегодня придем, они написали, что типа у них будет эфир, а я это увидела уже, когда мы ушли из магазина. Но зато... В Dolce Filato я наконец-то выпросила просто этот шелк, да, именно желтый, он был в броне. Я его почти 2 недели ждала. У меня уже такой есть серый тауп и голубой. И теперь у меня еще появился желтый. И вот этот темно-фиолетовый был тоже последняя бобинка. Ну, он называется фиалковый, последняя малютка. Я решила, что, блин, надо забрать, иначе мне не достанется. Вот этот желтенький я брала для того, чтобы подмешать вот в эту ниточку. Да, это у меня кэш-люкс, который я также покупала в Dolce Filato. От Filati Lab 40 Baby Alpaca, 30 кашемир, 30 шелк, 950 метров на 100 грамм. Так как здесь альпака и кашемир, ниточка достаточно нежная, приятная, но пушок, он бы со временем чуть-чуть прибивался. И вот чтобы этому пушку не дать прям сильно расслабиться, да, не сильно он прибивался, я решила подмешать вот эту букляшку. И мне очень нравится, то есть та задача, для которой я его купила, он подошел идеально, просто вот фантастика. Мне очень нравится, получился более сложный цвет, да, не сильно выбивается букле, опять же, образец до ВТО. И вот эта первая часть, я подмешала лен, который мне подарили девочки из магазина «Пряжа ваша» на день рождения. Сейчас я до него дотянулась. Вот, это вот этот лен, хотя казалось бы, что шелк со льном идеально подходят друг к другу, да, я думала, будет очень классно, но сейчас я смотрю, и мне как-то не очень нравится, особенно в резинке видно, да, насколько шелк, насколько лен выбивается из общей колеи. То есть такое ощущение, что это прям вот какое-то инородное тело. В лицевой глади еще более или менее, но вот в резинке прям мне не нравится. Сейчас я постираю, посмотрю, что это будет после ВТО. Ну, что-то я не верю в какие-то сказки, что вдруг внезапно у меня все это разровняется, шелк со льном сольются в единую песню, и будет просто потрясающее полотно. Скорее, просто чуть-чуть, просто немножечко выровняется, но не даст какого-то конкретного изменения. Но вот что касается вот этой части с делюксом, я прям в полном восторге. Очень рада, что мне наконец-то удалось вырвать вот этот желтенький, потому что он лежал на полочке. Как я вчера Тане сказала, говорю, это полочка не сбывшейся мечты, потому что там уже вся пряжа в резерве стоит, чьи-то заказы, но их видно, их хочется взять, а не может, потому что это уже чье-то. В общем, бронь вчера сняли с вот этого желтого, так что большое спасибо Марьяне из магазина Two Hands, это была ее бронька, и она со мной поделилась, за что ей огромное спасибо. Я не знаю, Марьяна смотрит меня или нет, но мне очень приятно, что я... как бы у нее получается, ну так, грубо говоря, мы с ней немножечко породнились, да, любовью к одному желтому шелку. Наверное, это глупо звучит, но не знаю, какое-то у меня такое чувство, что не просто у кого-то, да, а вот именно у человека, которого я знаю лично, которого я глазками видела, ручками трогала, и вот как бы у нее получается, я этот шелк забрала. Ну, не забрала, а она разрешила продать, сняла бронь. Но мне очень нравится, как даже до ВТО, я думаю, после ВТО пух еще немножечко поднимется. И вот по моей задумке, да, шелк не дал этому пуху провалиться, а создал такое очень классное, тактильное, очень приятное полотно. Мне кажется, будет просто потрясающий джемпер. О, я прям хочу его уже. Но очень жаль, что, конечно, не подошел к льну, потому что у меня была большая надежда. Хотя вот так сдалека смотрю, вроде бы даже и ничего. В лицевой глади, в резинке, конечно, это ужасно. Но хотя в лицевой глади очень даже симпатично. Надо будет постирать и посмотреть. Может быть и правда что-то у нас этого получится.
И также была бобинка, уже отмотанная, вот такой же носочки с хлопком, как я сейчас вяжу глицинию. Такой цвет вроде бы еще в наличии есть. Это у нас цвет 009. Он без названия, но по мне это такой прям летний лук. То есть зеленый, салатовый, красные майки, какие-то там малина, что-то такое. Ну, в общем, такой классический летний лук. И очень красиво выглядит. Так что взяла 100 грамм, пускай будет. Хотя надо было, наверное, на размоте взять 150. Но учитывая, что здесь намотка по 460 метров на 100 грамм, а я сейчас вяжу глицинию, я уже ушла за резиночку. Вчера взвесила, это 50 грамм. То есть, по сути, тут 50 грамм даже бы на две пары носочков, наверное, хватило. В общем, посмотрим. Не хватит, закажу еще. Пускай будет. Мне очень понравилась эта расцветка. Так, давай я сейчас чуть-чуть уберу свои шелка, чтобы показать кое-что, что мне вчера просто неимоверно повезло. Это прям... Я не поверила в свое счастье. Ходили еще когда с девочками по Вязи. Я увидела вот эту красивую бобиночку. Она была на полочке с сальнами Zen. И я так... Ну, так, грубо говоря, подумала, а вдруг это Zen схватило, и это оказался Zen. Невероятно красивый цвет, сейчас он передается вполне правильно, то есть он такой есть, прям темный-темный петроль, виридиан называется. Так, на родном конусе он никак не называется, да, но вот девочки из Вязи назвали его Виридиан, надо будет загуглить, что это за цвет такой, но очень красивый. У меня в точно таком же цвете есть уже Логан от Зейна Баруфа, теперь будет Zen. И вот этот Zen, я не стала начинать новый образец, а просто распустила закрытие и продолжил этот же образец. Он безумно красиво сочетается со всеми цветами, с оранжевым, превосходно, с синим. Очень красиво, такой вот прям темный, мрачный, ну вот прям переходы потрясающие. С вот этим моим пудрово-розовым тоже очень красивый, нежный оттенок получается. Они друг друга прекрасно дополняют. То есть даже если сделать какую-нибудь там типа морячки и тельняшки, то все равно будет классно. И с шалфеем тоже безумно красиво сочетаются. Они друг друга прекрасно дополняют. У меня, кстати, здесь стоит бобинка шалфея. Вот они вместе прекрасно дополняют друг друга. Я в полном восторге от этого льна. Довяжу образец, чтобы у меня уже была коллекция всех моих 4 цветов, 5 цветов на одном образце. И прям вчера заново воодушевилась. Хочу начать снова оранжевый топ. Надо все-таки сесть, начать его. Я думаю, может быть, начать снизу, да, чтобы уже не париться. Кверху там пока довяжу. Уже что-то придумаю, потому что лето пройдет, а я еще не начала даже его вязать. И прям, конечно, руки чешутся начать что-нибудь аранами, но у меня впереди еще шопель. Показывать пока не буду, там никаких особых продвижений нет. Вчера, пока с девочками гуляли, немножечко продвинула носочки глицинию и все. То есть результатов каких-то нет, хвастаться нечем. С утра встала, навязала образцы. Все. На этом мои вязальные... игры закончились. Сегодня буду мотать пряжу, завтра красить, поэтому завтра подключусь, похвастаюсь обновочками, которые ко мне придут. Я говорила, что я кое-что заказала в магазине Айнитка, и плюс ко мне еще идет подарочек на день рождения. Лучше поздно, чем никогда, я считаю так. Неважно, когда человек смог, тогда я поздравил, у этого нету срока годности. Вот. А на сегодня я прощаюсь. Надеюсь, я тебе дала какой-то позитив, да, своими новинками, своим вот этим вот. Я просто вчера я вернулась, это надо было меня видеть. Я просто сидела, улыбалась, мужу начала выносить мозг, что я и вот это, и с этой увидела, и с этой познакомилась, и какие у меня девочки классные, как мы здорово провели время, и как мы погуляли. И что самое главное, вот мы вчера даже с Олесей ехали, в метро уже домой возвращались и завели тему на то, что насколько вязание нас связало, да, мы абсолютно разные люди, с разных городов, с разных точек мира, у нас разные профессии, разный там социальный уровень, разный достаток, но мы все связаны одной единой любовью к вязанию.
и это нас очень хорошо объединило, да, вот мы вчера сидели, общались, мы все абсолютно разные, у нас у каждого своя семья, своя жизнь, своя работа, свои интересы, но именно на фоне вязания мы обсуждали ниточки, мы обсуждали модели, кто-то вяжет по каким-то мастер-классам, кто-то вяжет из головы, кто-то вдохновляется каким-нибудь блогером, кто-то вдохновляется, там, я не знаю, журналом Верена. У каждой из нас есть свои особенности, у каждой из нас есть свои какие-то премудрости, секретики, мы ими делимся. Это настолько здорово просто. Вот если бы мы не вязали, шансы, что мы бы когда-нибудь встретились, познакомились, проехали 1500 километров, чтобы пообниматься, да, не просто равны нулю, но такого бы, скорее всего, не было. Но именно вязание нас связало вот этой любовью, этой страстью, да, и все мои девчонки, они такие же, как и я, у них тоже глаз горит, им тоже все надо, они тоже любят классные составы, любят вязать, любят экспериментировать, кто-то только учится, делает первые шаги, кто-то уже матерая вязальщица и даст фору каждой, и это очень здорово, мы друг друга поддерживаем, мы друг с другом делимся идеями, эмоциями, это просто восторг. Я хочу, чтобы такие встречи были практически каждый день, конечно, это немного накладно, но это так здорово, это настолько заряжает позитивом, настолько заряжает какой-то вот неутолимой энергией, да, что хочется двигаться вперед. Вот правда, я даже вчера приехала, я не хотела вязать. Я, наверное, 2 часа сидела, в голове прокручивала все, что у нас было. Там буквально по одному рядочку в полчаса провязывала свой образец из ягненка, и все. И мне даже не хотелось ничего. Я мужу хотела рассказать все, но он уже готовился ко сну, поэтому так, выслушал меня немножечко, и, конечно, здорово. Ой, вспоминаю вчерашний день и прямо улыбаюсь. Ладно, буду дальше улыбаться и заниматься делами. А тебе хорошего дня, пока! Привет! Ну что, мои образцы высохли. И это просто полный восторг. Я не знаю даже, как это передать. Вот насколько Олеся вся нежная, ласковая, очень приятная. И вот прям хочется с ней обниматься, также с ее подарком. Этот ягненок, это просто сверхсовершенство. Во-первых, цвет мне очень нравится. Он реально выглядит как джинс. Очень приятный. Мне кажется, это максимально универсальная расцветка, да, и для мужчины, и для женщины, и для ребенка, и для котенка, для кого хочешь, для всех это будет прям очень освежающий, приятный цвет. Классная палитра. И, конечно, вот этот пух, мех, это нечто. Вот, на спицах 2,75 прям плотненько. Ну, мне вот, что я вязала, хотела взять спицы побольше. На 3,5 расслаблено, но вполне можно. Если нужен базовый такой вот ходовой джемпер, просто под какую-то куртку. Единственное, это, конечно, ягненок, он будет подзакатываться. Со временем он будет усаживаться. То есть изначально, если вяжем свободно, то вяжем побольше, на размер на 1,5, чтобы там через год, через два не удивляться, что рукава подстрелены или длины не хватило. Или оставляю пару моточков, да, на то, чтобы довязать. Но пряжа полный восторг. Вообще, вот, ни одного нарекания к ней нету. Вяжется легко, комфортно, ложится красиво, стирается отлично. После ВТО пушок выдала просто потрясающий. Так, сейчас я достану бобинку, и мы сравним раскрытие. Так, ниточка у нас до ВТО и после ВТО. То есть практически в 2 раза, насколько она раскрылась. Очень классная пряжа, мне прям безумно понравилась. И вот этот вот меланж, он меня просто покорил. Реально, цвет джинс, вот изумительный, просто изумительный. Единственное, глазами он чуть-чуть потеплее. То есть, как я говорила, здесь смотка из 3 ниточек, белая, небесно-голубая и такая вот что-то типа мятного. Поэтому очень красиво, прям безумно красиво, не знаю, хочется ей любоваться, не хочется выпускать из рук. Полотно просто потрясающее. И опять же,
резиночка вполне достойная, да, она ничего особо не держит, но выглядит вполне симпатично. Косы Арана классно, платочка классно, ажура классно, то есть все видно, все читается, все красиво. Безупречная, вот просто безупречная. Так что Олесе огромное спасибо. Буду вязать и ее с теплом вспоминать. Очень красиво. Кстати, в вязи эта пряжа еще есть. Ее... Привет! Сегодня видео начинается с вот такой безумной солянки. Сейчас объясню, что произошло. Значит, я как приличная девочка каждый день пыталась снимать ролики, чтобы наконец-то у нас был нормальный полноценный влог, да, что я каждый день что-то подключаю, что-то рассказываю, но у меня влог оборвался на полслова, а потом я только увидела, что у меня закончилась память, и я, судя по всему, удалила все, что до этого снимала. То есть у меня есть только первое видео и все. Остальное все пропало. Поэтому у меня пропало видео с двумя распаковками. Поэтому давай расскажу, что же у меня было. Значит, одну распаковку я покажу в воскресенье и сейчас объясню, почему. Вот. А по поводу, давай сразу образцы, да, пока далеко не ходили. Во-первых, это мой лен Зен. Я не помню, я говорила или нет. В вязи была одна единственная бобинка на 900 грамм. И мы ее с девочками просто по-честному поделили на 300 грамм каждый, потому что очень красивый цвет, безумно красиво сочетается. Безумно очень понравился этот лен. Вот прям, не знаю, мне кажется, кто не пробовал лен или кто пробовал, но показался жестким, попробуй Зен в одну ниточку. Вот это я вязала в одну ниточку на 3 миллиметрах. И специально вот этот образец не постирала, чтобы показать разницу, да, как Зен выглядит после ВТО. То есть он ровненький, он гладенький, петельки ровные. И вот так он выглядит до ВТО. То есть он кривой, он косит, петли как бы какие. То есть его ВТО реально спасает. И он очень пластичный, мягкий, приятный. Так что вот если ищешь хороший лен для знакомства, попробуй Зен. В вязи очень хорошая палитра, есть из чего выбрать. Конечно, самые вкусные оттенки я уже себе забрала. Вот этого нет, вот эти два точно есть, и они между собой очень прекрасно собираются, сочетаются. Это яркая тыква, это у нас что-то там с морем или с океаном связано, не помню, какая-то морская тема. Античная роза была, одна бобинка, я... Все закончилось, и шалфей тоже мы с Любой поделили пополам. Так что, к сожалению, самые красивые цвета я уже забрал, но, к сожалению, для тебя, для меня, там, к счастью. Вот. Но там есть из чего выбрать, палитра потрясающая. Вот, очень нравится Зен, так что рекомендую. Это мой ягненочек, который мне подарила Олеся. И он просто прекрасен. Он раскрылся, он мягенький. Да, он шерстистый, это не кашемир. Не надо путать кашемир с ягненком, нет. Он мягкий, он приятный, он классный. Красиво держит и форму, и араны, и ажуры. Все красиво в нем выглядит. Безумно красивый цвет. Мне так нравится это мулине. Цвет реально джинс. Вот прям такой классический, хороший джинс. Прям любовь. Вот безумно понравился. Не хочется расставаться. Его еще много было, когда я покупала, так что не переживай, там было 5 килограмм, всем хватит. Вот, что касается шелка льна. Конечно, вот эта часть стала намного интереснее выглядеть. Ну, в смысле, я отдельно вязала шелк и со льном. Вот, но резинка, это, конечно, безобразие. Я даже не знаю, это, мне кажется, в рейтинге уродливых резинок это номер один. Но так, в принципе, полотно выглядит интересно. Ну, я так вязать точно не буду. Но вот что касается этот шелк-букле с кэш-люксом, это прям песня. Вот это именно то, что я хочу. Здесь и фактура, здесь и цвет, и приятно, тактильно, и выглядит интересно. Вот все, что я хотела видеть в этом образце, оно здесь есть. Так что буду вязать именно в таком составе. Поехали дальше. Расскажу, что же это у меня такое. У меня была записана распаковка, подарка один. И, к сожалению, часть подарка уже разошлась по своим местам. Да, там была очень прикольная мочалка из Турции, которая уже, соответственно, ванной. Конфеты уже по большей части съедены. Да. Но то, что осталось, показываю. Был еще один моточек, но о нем позже расскажу, уже когда все
в конце видео, в общем, узнаешь. Это просто великолепнейшая ламана, 100% альпака, очень интересный цвет. Горький шоколад, цвет немного не мой, да, ну как бы он не то, что не мой. Я не очень люблю коричневый, потому что я сама по себе темненькая, у меня карие глаза, каштановые волосы. Мне кажется, я в нем просто немножечко сливаюсь. Но он безумно красивый, возможно, я что-то соображу для мамы, почему нет. Очень красивая пряжа, наинежнейшая, вот не хочется выпускать из рук. И вот это чудо-чудное, это ламана Милана, меринос с 10% кашемира. 180 метров на 25 грамм. И мне кажется, это идеально подойдет для перчаток. Цвет 11, а здесь у нас цвет 06. Очень красивая пряжа. Так что, Дина, огромное спасибо за возможность попробовать такие классные артикулы. Я прям... Ну, я, конечно, видел распаковка, там больше было эмоций, понимаешь, да что это у меня уже третий день лежит дома, какие могут быть вздохи и ахи, уже нету. Также у меня в подарке один был вот такой потрясающе классный скетчбук, это от Бахаон, мне очень нравится их бумага, я покупаю их открыточки, и я вот провела эксперименты, сегодня прям рисовала. С утра проснулась, вчера весь день красила, сегодня решила порисовать. Нарисовала вот такой маковый лук, не знаю, мне прям понравилось. И бумага очень хорошо ложится на нее, и акварель. Ну вот я не знаю, мне понравилось. Мне кажется, классная получилась картинка. Она, конечно, не фотография, не естественная, не живая, но по цветопередаче мне в ней нравится все. И здесь нарисовала арбузик. Наверное, кто-то скажет, задолбал это со своим арбузом, рисую что-нибудь другое. Буду обязательно рисовать что-нибудь другое, когда научусь. Потому что пока я только учусь, мне нравится рисовать то, что у меня хотя бы как-то получается. Здесь я, конечно, накосячила, у меня потекла краска, и я сравняла, да, грубо говоря. То есть здесь было изначально вот с закруглением, да, как треугольничек арбузный шел. Но, к сожалению, я так закосячила чуть-чуть, краска потекла, и я ее пыталась поймать. Но все равно арбузик получился по мне очень даже аппетитненький. Чуть-чуть хуже, чем в прошлый раз мне больше понравился, но все равно тоже неплохо. По крайней мере, я учусь работать с хлопком. И мне нравится. Мне нравится результат, нравится, что получается. По-моему, очень даже неплохо. Также красочки это у меня корейские. Я забыла, из трех букв называются. Блин, не буду сейчас сочинять, не помню. Тоже мне дарила их Дина, да, и я их перелила. Там были тубы, перелила в палитру, которую мне дарила наша Настя Витма. Так что вот так вот я сегодня прикрепила эту палитру к этому скетчбуку и сидела вот так художествовала. Мне очень нравится. Завтра собираемся с девочками гулять, поедем в аптекарский огород смотреть на пионы. Возможно, возьму с собой и рисование, но, если честно, мы едем повязать и поболтать на всякие вязальные темы. И как раз таки к вот этому вязанию я придумала еще кое-что. Я попрошу девочек, да, чтобы они у меня... Кстати, мне очень понравилось. Кстати, в распаковке я этого не записала. Мне Дина подарила такую милую открыточку. Здесь написано: «Не запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво. Твои нелепые мотивы никто не сможет повторить». Марина Цветаева. Очень мило. Мне прям очень понравилось. Но я, конечно, еще тот чтец, но тем не менее очень понравился сам смысл этих строк, да, что даже мое кривое изображение все равно никто не сможет повторить, и оно уникально само по себе. Так что я очень рада приобретению вот такого потрясающего скетчбука. Я давно на него смотрела, он у меня, естественно, в хотелках, но Бахаон не дешевая бумага, да, все-таки это 100% хлопок, поэтому как бы пока я на него смотрела, я пока все еще думаю, что я учусь, но, как показывает практика, не знаю, мне кажется, получилось очень даже здорово. Не знаю, по крайней мере, вот эти майки, они прям такие летние, такие живые, очень нравятся. Так что, Дина, огромное спасибо. И также в наборе было
еще листик от бахаон, который срезать, склейки, и вот такие две кисти. Кстати, рисовала я как раз такими этими кистями, и синтетика справилась отлично. Все у меня, я считаю, получилось. В любом случае, я пока еще только учусь, и это по большей части баловство. Давай поедем дальше, расскажу, что же я придумала на субботу. Я вяжу вот такую колбасу, длиннющую, красивущую. И это все у меня мохеры. Они разные. Здесь и моточные, и бобинные, и премиум класса, и обычные, всякие разные. И я хочу завтра устроить такое испытание. Да, девочек попрошу, чтобы они приняли участие во влоге. Да, я им, естественно, этот образец сегодня закончу. Я его постираю. Завтра его возьму с собой и буду давать девочкам, чтобы они оценили, да. Если они будут против, конечно, я лица не буду снимать, но я хочу, чтобы они рассказали, да, какой им из мохеров больше всего нравится визуально, какой им больше всего нравится тактильно. И потом, когда я в воскресенье уже буду снимать заключительную часть, я расскажу, какой мохер какой, да. То есть об этом не будут знать ни девочки, ни ты. Это будет в самом конце. Мне кажется, это очень интересно, да, потому что здесь абсолютно разный ценовой диапазон, да, что-то подешевле, что-то подороже, что-то прям премиум класс, что-то прям вообще дешевое-дешевое. Но одно дело, когда мне вот, например, завтра Люба должна привезти 3 моточка от своих остатков, да, такого я как бы написала, говорю, вот хочу себе такие вот попсовые мохеры попробовать, чтобы тоже в образце было с чем сравнивать. Она говорит, они у меня есть, я привезу. И вот она мне их привезет, я их тоже довяжу, я не буду закрывать этот шарф, да, грубо говоря. Я закрою на бросовую нить, чтобы когда Люба привезла, я просто довяжу оставшуюся часть, и мы уже проведем еще раз сравнение, да, возможно, мнение изменится. Ну, возможно, я найду другую аудиторию, может быть, я успею закончить этот шарфик к поездке в Петербург. Кстати, про Петербург. Едем мы туда 21-22 числа июня, я буду в Петербурге. Аню Пау попрошу, чтобы она дала объявление в магазине Two Hands, что там в 2-3 часа дня мы будем у них в магазине. Точнее, я там буду точно, а девчонки, я не знаю, у них есть свои какие-то планы тоже в Петербурге. Они хотят встретиться там и по делам покататься, поэтому буду ли я одна или буду со своими девчонками, я еще не знаю. Но ориентируйся на 22 число. В 2-3 часа дня. Более подробно, да, уже будет в объявлении Two Hands. Я Аню попрошу, она где-нибудь объявит. Ну, как бы, или на канале у Two Hands, или в Telegram. В общем, я не знаю, где-нибудь она это объявление даст. Ну, как бы, чтобы ты была в курсе, в любом случае в Telegram со мной можно связаться и подтвердить, буду ли я там или нет. Вот, ну, пока мохерчики покажу поближе. Мне кажется, они все безумно красивые, они все очень нежные. Какие-то из них на шелке, какие-то из них на полиамиде. Мне вот интересно, насколько девочки угадают, насколько цена соответствует качеству. Также мохерчики у меня пока довязываются. Я думаю, ты понимаешь, что связать такую колбасу, это тоже достаточно много времени. Поэтому, к сожалению, к своему шопелю я даже не прикасалась. Но я забрала свои спицы, я говорила, что я их жду как раз таки для вот этого проекта. То есть это мои носочки из пряжи Rowan. Я думала их взять с собой в Петербург как дорожный проект, но скорее всего я откажусь от этой идеи, потому что изначально обещали нам плохую погоду. Кстати, это вот к вопросу, у кого путается. Я вот так рассматриваю, и никаких проблем у меня нет с запутыванием нити. Вот. Но, скорее всего, возьму более легкий проект, потому что все-таки шерсть вязать жарковато. Обещают жару. Не знаю, возможно, я возьму 2 проекта, но не очень хочется тащить, потому что едем всего на 2 дня, вещей будет не так много. Посмотрим. В общем, это Чиагу бамбук на 2,25. Мне пока в них нравится все. Первые несколько рядов плохо проходил тросик, да, конкретно в этой шерсти он немножечко застревал, но, как видишь, сейчас вообще никаких вопросов нету. Стыков нет, все вяжется прекрасно. В руках, на удивление, они у меня не гнутся. То есть они достаточно упругие. Как бы
не знаю, вопросов у меня к ним не возникло никаких. То есть кончики острые, петлю не расслаивают, пряжу не расслаивают, вяжется легко. Конечно, чувствуется, что это бамбук, да, что у них есть некая пластика, но вполне неплохо, вот прям мне понравились. Я, кстати, вспоминала, у меня были бамбуковые чагу давным-давно, но они у меня были на 2,5, и я взяла с собой проект, когда летела в Израиль, хлопковую регию на этих бамбуках. И я помню, что я измучилась и страдалась, что они не тянулись, что они плохо вязались, что узоры невозможно было протянуть. В общем, я с ними реально страдала. И я тогда те свои спицы подарила, а сейчас думаю, да, у меня просто опыта не было, да, и я неправильно подобрала пряжу. Так что пока мне все нравится. Если я возьму с собой их в Петербург, да, то мы сможем посмотреть вообще, насколько с ними реально работать. Также я пытаюсь уже прям закончить свои носочки из глицинии. Ну, точнее, это кальцитерия, да, но я расцветку обозвала глицинией. И здесь вот тоже у кого путаются ниточки, скручиваются, да, я просто знаю, что многие не любят вязать мейджиком, потому что скручивается нить. У меня есть вот такая заколочка, которой я зацепляю обе ниточки и уже раскручиваю сам клубочек. Все, и дальше поспокойненько вяжу. То есть, как бы, вариантов раскрутить пряжу миллион. Главное, чтобы было желание. Глициния вяжется, буду добивать моток в ноль, я так решила. То есть у меня, по идее, еще, ну, наверное, еще, наверное, сантиметров 5-7 будет зеленая секция, и где-то на сиреневой секции они у меня закроются. Мне кажется, это будет вполне логичное окончание, но, по крайней мере, пара будет безумно красивая. Надеюсь, закончить их как раз-таки посмотрю, может, завтра возьму с собой их гулять. Хотя мне хочется и шопель взять с собой, показать девочкам, и бассейн хочется взять, повязать. Я неделю уже за него не бралась, я уже за ним, если честно, соскучилась. Но также я сегодня утром под утренний кофе начала опять-таки топ. Я его уже начинала, распускала, потому что у меня была безумная рядность, потому что у меня была слишком широкая спинка. Сейчас она у меня широкая, но я ее сократила от прошлой на 10 петель. То есть, ну, где-то сантиметра на 3 я ее сократила от того, что было. Сейчас мне она больше нравится. Пока веду предварительные записи, да, по расчетам это у меня будет спущенное плечо. Хотя вот по... как это сказать, по петельной пробе, да, у меня сейчас намного меньше петель, чем было изначально, но тем не менее, мне кажется, как раз таки те же самые 20 сантиметров, которые я изначально планировала. Может, я не умею считать, ну, тоже как вариант. Но сейчас я набрала на 72 петли, делаю прибавки в каждом ряду по плечам, делаю прибавки через ряд по горловине, отвяжу буквально по 25 сантиметров плечо, и разделю на перед и спинку, да. Посмотрим, как это будет получаться. Пока у меня в желании, есть желание, точнее, у меня есть желание взять этот проект с собой в Петербург. Именно его гонять, потому что на жаркие процессы, возможно, где-нибудь мы сядем на лавочке повязать. Мне кажется, будет прям отлично. И очень хочу его взять с собой, повязать на природе завтра. Посмотрим. Возможно, возьму и носки, и это. Возможно, возьму шопель, и это. Но шопель, боюсь, будет жарковато вязать. На завтра передают чуть ли не плюс 30. В общем, я с тобой прощаюсь до завтра. Будем проводить опыты с девочками. Надеюсь, они мне помогут разобраться, какой махер стоит своих денег, а какой точно покупать не стоит, какой слишком распиаренный, какой не слишком распиаренный. Здесь у меня, кстати, и африканский махер, и просто кид-махер, и на шелке, и на полиамиде, все подряд в куче. Нашла еще у себя старенькие достаточно артикулы, но я думаю, их до сих пор можно найти. В общем, все, что я нашла дома махеры, плюс мне еще 3 позиции привезет Люба, будут у меня в этом мега-шарфе. И будем проводить опыты. А на сегодня я с тобой прощаюсь. Пока. Привет. Ну что, я наконец-то навязала свой целый метр. Реально метр. Я мерила здесь, правда, метр махера. Вчера встречалась с девочками. Мы так классно погуляли. Прям вообще
Большое спасибо Олесе, что приехала, дала нам пинок на очередную встречу, потому что это очень здорово. Я своих девчонок обожаю, прям не знаю, готова жить с ними. На меня уже муж периодически косится, потому что, мне кажется, я с ними провожу больше времени, чем с ним. Ну, неважно. Я думаю, он это переживет вполне. Хочу рассказать чуть-чуть про мохеры, про каждый в отдельности, да, какие мне понравились, какие мне не понравились. Но перед этим давай немножечко расскажу о процессах, да. Я вчера перепутала мешки, я хотела взять эти носочки с собой в Питер, пересняла их на бамбуковые спицы. Как видишь, на бамбуке сразу пошла какая-то кривизна, но в принципе ладно, это не столь важно. Но я вчера как-то очень неудачно выдернула клок, и я в итоге приехала домой и 2 часа просто этот клок разматывала. Отвязала уже в принципе на пяточки чуть-чуть, ну как бы мне еще получается 4 или 5 рядов, не помню, надо будет пересчитать, вывязать пятки, и потом уже пойдет на убавление. Безумно нравится эта пряжа. Вчера девочки, все, кто мерили, всем понравилось. Ну, фу, не мерили, а щупали, да. Она реально такая мягенькая, пушистенькая, на 2,25 получилось очень плотно. И напомню, на всякий случай, это у меня Rowan Socks, новая носочка. Безумно красивая, мягкая, приятная. Скорее всего, будет закатываться, поэтому я ее вяжу и так хорошо и плотненько. Но красота, конечно, неописуемая. Очень нравится, прям вообще в восторге от этих носочков. Так что эти носочки, пока у меня вот такой клок здесь торчит, будут у меня жить дома. Ну, я думаю, их достаточно... Не буду обманывать, когда я быстро заканчивала носки. Обычно у меня это очень долгие-долгие процессы. Также я решила, что раз мы летим в Питер и будет достаточно жарко, да, а всякую шерсть не очень хочется вязать, когда тепло на улице, я, скорее всего, возьму какие-нибудь базовые носочки, просто лицевой гладью ковырять, возможно, или какой-нибудь из своего покраса размотаю, возможно, возьму новую бамбу с хлопком от Dolce Filato, да, от кого-нибудь из девочек, от какой-нибудь носочку возьму, размотаю и с ней поеду, чтобы было что-то такое легенькое лицевой гладью. Но также я еще начала в очередной раз свой лен из... магазина вязь, да, это лен Zen. Также я начала спущенное плечо, хочу просто базовую футболку. Если я изначально думала связать 2 футболки, как у Petite Knit, и носить одну на другую, то сейчас я больше склоняюсь к тому, что в принципе она не настолько прозрачно получается, ее вполне можно носить как самостоятельную вещь. Поэтому я выбрала опять же оранжевый цвет. Во-первых, она у меня в мотке, я возьму ее с собой в дорогу. Единственное, не знаю, спицы хая-хая я сейчас взяла, чтобы вязать. И вот если у меня, конечно, в аэропорту все-таки отберут, мне будет очень грустно и печально. Но я поняла, что вот я вчера гуляла, да, у меня Rowan были на бамбуке. И если руки чуть-чуть вспотели, то, в принципе, бамбук невозможно держать в руках. То есть он прям вот не проскальзывает, то есть его нужно протягивать каждую петельку. Поэтому я посмотрю, какие спицы мне взять. Возможно, возьму что-нибудь из стареньких. Ади у меня было очень много всяких разных. Возможно, возьму Ади, да, и просто если у меня их отберут, мне будет не так грустно или обидно. Посмотрим. Пока не хочу загадывать. Ну, а там, в крайнем случае, да, если, не дай бог, спицы отберут, в Питере уже каким-нибудь куплю. Вопрос в том, что я буду делать в самолете. Ну, короче, ладно, это уже 5-й вопрос. Об этом мы подумаем, когда... проблема наступит, мы ее будем решать. Вот, пока есть цель, очень хочу повязать вот эту льняную маечку, да. К сожалению, за шопель практически не взялась, провязала 4-5 рядов. Ну, согласись, блин, отвязать метр мохера — это много. И единственное, что я, когда довязала этот мохер, я поняла, что, в принципе, вот эту вот всю кишку я связала, грубо говоря, за 2 дня. И, по сути, я могла бы не вязать вот этот мохер, да, а вот, грубо говоря, 2 раза вот так, и я бы закончила свой джемпер. Поэтому сейчас только вот вернемся с Питера, как начнутся более или менее прохладные дни, я хочу добить свой мохеровый джемпер, чтобы он у меня уже лежал на готове, и в случае, когда мне нужно его будет одеть, я за него возьмусь, точнее, я его возьму и одену. Вот, давай немножечко расскажу про эти мохеры, как я их вязала,
что они из себя представляют, какие у меня были тактильные ощущения. Потом я включу видео, вчера я снимала девочек, да, я их попросила поучаствовать во влоге, я им дала это свой шарфик, сказала, щупайте и делитесь эмоциями. Вот какая нравится, какая не нравится, у меня была основная задача понять, стоит ли переплачивать за мохер, или он весь одинаковый, да, потому что, по сути, кид роял, кид мохер, кто-то там, ой, у меня африканский, а у меня там, я не знаю, там из попы единорога, в общем, плюс-минус одинаковое все рассказывают, но мохеры по факту оказались очень разные. И что самое прикольное, реально, мнения почти у всех совпали. Вот были небольшие разногласия, да, но в какой-то мере, я бы сказала, это более визуальные разногласия. Но давай сейчас я подсоединю видео и расскажу, как я вязала каждый образец, да, и в конце расскажу, какие же у меня позиции самые любимые. Но я думаю, ты сама и поймешь. А пока предлагаю посмотреть моих девчонок. Сразу предупреждаю, звук будет отвратный, потому что в кафе очень шумно было. Прям очень шумно, и, к сожалению, мне не хватает сил, знаний и оборудования, чтобы сделать звук более ровный. Ну, давай посмотрим, а я пока расскажу, кто есть кто. Да, все, можно щупать. Так, сейчас Света будет выбирать свой любимый, ну, который ей больше всего нравится и который меньше всего нравится. Так, тут видно было. Ну, ты хоть комментируй чего-нибудь. Нравятся вот эти. Первое, второе, третье место. Хотя нет, вот эти первые поделят место. Нет. Наверное, первое. Ну, они чем-то похожи, но вот этот чуть-чуть тактильнее, приятнее. Вот это третье место. Из-за цвета или тактильно? А, тактильно. Он приятнее, чем вот эти два, по крайней мере. Вот этот мне нравится. Наверное, третье я этому отдал. Да. Вот это первое, второе, третье. Почти как у меня. Только у меня первое вот это. Оба. Я так и не смогла выбрать, как, кто из них больше нравится. Они мне и визуально очень нравятся. Они вот самые благородные визуально. Но в работе и тактильно, пока я работала, мне безумно понравился вот этот. И у меня было такое ощущение, что он с кашемиром. В нем есть какая-то вот такая вот кашемировость. Ну, а самый худший... А на третьем месте тоже вот этот. Ну, вот они выделяются для меня. Вот этот нет, не особо не оценила. Выделяются вот эти вот четыре штуки. А самый худший... Наверное, что-то вот из этих. Вот этот еще получше, вот что-то из этих. Менее приятный, самый из всего. Понятно. Ну, теперь во влоге узнаешь, что есть что. Чего ты цокаешь? Во влоге расскажу. Я один знаю. Ну да, Онион, ты угадала. Так, теперь ждем следующую жертву. Что? Гульнара. Давай, хорошо. Щупай, выбирай, какой тебе точно нравится, какой тебе точно не нравится. Может быть, несколько, что нравится. Вот это вот что-то нежное, прекрасное. Вот это тоже нежное, прекрасное. Это поплотнее, но он тоже хороший. Этот, ну, такое. Вот этот тоже хорошенький. Это тоже поплотнее и, ну, не знаю. Вот этот прекрасный, Танюшка, совсем нежнючий. Ну, это такое. То есть вот эти два, даже, может быть, вот этот третий, кажется, и вот этот, наверное, более мохнато. Не то, что колючие, а просто какие-то мохнатые, не такие нежные. А вот нежнючка, это вот эти два, тончайших, розовые вот ближе, и вот этот вот, прям мур-мур-мур. Вот мое, как это, мое сердечко вот за эти три, раз, два, три. Самые нежные, прекрасные. А самый фу?
ну прям такой, чтобы фу, нельзя сказать, здесь они хорошенькие все. Ну, то есть я дундугу на голое тело ношу, потому что мне поэтому меня так особо. Ну, наверное, наиболее такой колючий, наверное, вот этот рыжий. Ой, рыжий, говорю, зеленый. Этот скорее более приятный. Остальные нет, остальные. Ну и фиолетовый, наверное. Вот эти вот, наверное, наиболее жесткие для меня. Так, Люба, ты следующая. Мне просто интересно, совпадет мнение и цена, как бы, цена, качество. Есть ли смысл переплачивать, да? Прости, мне надо сосредоточиться. Просто. Я никуда тебя не тороплю. Ну, вот это точно могу сказать, он как будто акриловый на ощупь, прям. Вот этот. Такой средневатый. Этот такой же. Вот эти помягче, два, как будто один и тот же артикул. Прям, ну, ничем не отличается только по цвету. Вот этот отличается от всех, он очень пушистый, но мягкий. Вот этот вот пушистый, но как будто вот он акриловый тоже. Вот этот вот грубоват. Вот этот пушистый тоже, но мягкий, приятный. Я потом пойду домой. Вот этот не пойму, он мягкий, но как будто скрипит. Вот этот такое ощущение, что сваляется, если его носить. Такой он, как стеклянный. Он не колючий, но как будто стеклянный. Ну, я тут, наверное, с Гульнарой соглашусь, что самые нежные, наверное, вот эти два. Но вот этот мне понравился, потому что он пушистый. Такой он, как не лысый, он самый такой, самый пушистый вот этот. Да, я вот наоборот поняла, что мне нравятся коротковорстные. Я поняла, что мне вот пушистики что-то вообще не айс. Зеленый, наверное, самый грустный. А вот эти два такие, вот эти три, наверное, прикольные такие. Вот. Ну, вот этот странно, он вроде пушистый, но... Вот этот. Он как будто пушистый, но искусственный, как будто пухленький. Так, Александра, конечно. Давай тебя будем учить. Посуда, не полапать. Без очень, без регистрации сумасшедших. Ой, вот этот прям кайфовый. Прелесть. Вот этот и этот хороший. Это прям такой шкур медведя. Мне, кстати, тоже он понравился. Мне создалось впечатление, что он или с альпакой, или с кашемиром. Да. У него есть какая-то вот такая вот нежнятина. Мне прям нравится, как он блестит на ощупь. Мне он тоже нравится. Прям по нему рукой проводишь, и сразу так тепло. Вот эти прям такое ощущение, как будто, вот, знаешь, где-то там вот брат, сестра пробегала. А вот это мне не нравится. Это точно. Розовый нет. Так, мое сердечко я отдаю вот этой штуке и вот этому. Мне вот эти два прям очень понравились. Они кайфовые. Больше всего не понравился вот этот. Вот этот прям, ну такой. Не знаю. По мне грубоват. Но самый не очень. Что вам рассказать, кто есть кто? Ну, вот это я знаю. Вот это вот Рован, вот это Айкония. Вот это Лиза, скорее всего, моя. А вот это то, что я, по-моему, Маша дарила. Ну вот, не знаю, ну вот Onion и вот это прекрасное. Мне кажется, вот эти, они прям одинаковые. И вот это вот на ощупь. Рядышком. И вот этот, где-то очень близко вот к этим двум. Вот этот, кстати, тоже хороший. Мне вот это понравилось. Такой пушистый. Yeah.
Ну, не прям нежные-нежные. Ну, он интересный, потому что он самый, наверное, мохнатый, но при этом он мягкий. Да, он такой нежный. Он как более волосатый версия вот этих двух. Кстати, да, более волосатый. Он и волосатый, он и мягкий. Да, да, ощущения, да. Видимо, но колбаса как шикарная. Так, да, я сейчас еще Любыны довяжу, и будет шар. Да, это правда. Кстати, так, шар, ну ладно, да. Я уже потом расскажу, кто есть кто. Да, следите за да. обновлением. Ну, однозначно, вот этот самый шелковистый, наверное, да. Длинное волокно, но только шелковистое прям. Вот это шуба, он такой... Как это сказать? Не тонкий, а толстый. Вот этот очень тоненький. И он... Ну, как-то мне не очень вот это. Я не знаю почему. Могу только так. Нравится, не нравится. У меня нету доводов. Вот этот неоднородный, неравномерный и какой-то не очень аккуратный. Я бы себе вот из этих двух вязала. Вот эти два я бы себе выбрала. А есть, который вот вообще не понравился? Вот, ну. А, вообще не понравился? Ну, вот не впечатлил никак там. Вот два, остальное не впечатлило. Вот эти бы я себе вот выбрала для себя. Вот этот мне очень нравится. Он нежный, а вот этот, он благородный. Я не могу прям сказать, что какая-то пряжа плохая. Но вот толстый меня не впечатляет. Короче, Маша, из меня, наверное, плохой этот. Вот этот, короче, вот этот. И вот этот я бы себе не выбрала. Остальное среднее, но выбрала бы вот эти два. Все. Спасибо. Итак. Все карты раскрыты. Теперь ты можешь видеть, кто есть кто, да, ну какие-то с бирками тут тебе повезло больше. Сразу все понятно стало, но некоторые у нас в бобинах. И давай же расскажу, кто есть кто, что мне понравилось, что мне не понравилось, какие были нюансы в работе. И всякие такие вот выводы сделаешь сама. Я расскажу, что понравилось мне, что понравилось девочкам, ты тоже узнаешь. Также мне Люба привезла еще 4 остаточка от других махеров, да, здесь я сидела с девочками, говорю, мне осталось коллекцию довязать, как видишь, я даже не закрыла полностью образец, да, я закрыла набросовую нить, чтобы потом его также распустить и довязать, вот, так что у меня здесь еще будет довязываться, здесь у меня Лана Гатта, Дропс, Сильвет и еще какие-то. Также я очень хочу докупить себе моточек ленговского махера и попробовать еще его. Очень интересно. Мне кажется, будет классно. Ну ладно, хватит болтать, давай поговорим, что это. Когда я приехала из Петербурга и купила свой махер Onion, я просто восторгалась от того, насколько он нежный, приятный, классный, волшебный. И мне очень-очень много человек написали, что... Я переплачиваю, что это того не стоит, что вот в магазине Айнитки продается тот же самый махер. Тот же самый африканский, что он какой-то там супер-бупер волшебный. Я вот на день рождения мне девчонки подарили денежки, и я решила потратить их, грубо говоря, с умом, да, так чтобы у меня и что-то осталось на памяти девочек, ну и также, чтобы было интересно сравнить. Вот я купила. Вот этот оливковый здесь у меня подписано, это... Цвет 55-39, наверное. Это который идет Кара Олива Кид Махер за 15 рублей за килограмм. То есть это махер на полиамиде. Он для махера на полиамиде дорогой. Правда, вот для махера на полиамиде он прям дорогой. Можно купить намного дешевле аналоги, вообще не вопрос. И, как ты могла видеть в видео, Люба, например, сразу сказала, что он неприятный, это синтетика. И вязался он реально неприятно.
То есть, ну, вот какого-то волшебства я не почувствовала, работать с ним было такое себе. То есть, какого-то волшебства не было абсолютно. То есть, он жестковатый, он неприятный тактильно, в нем нету никакой ни ласковости, ни шелковистости, ничего. Также он выглядит достаточно дешево. То есть, цвет тусклый, не... невыразительный, я не имею в виду именно цвет как цвет, да, а есть дорогие цвета, есть, как бы, грубо говоря, дешевые, здесь нету ни блеска шелка, ничего, то есть я ниточку сработаю, но, скорее всего, куда-нибудь в подмод, вряд ли я захочу себе изделие в чистом виде, хотя, когда я увидела на сайте, мне очень понравился этот цвет, я почему-то увидела этот цвет с золотыми пайетками или люрексом, чем-то таким. Не знаю, почему-то вот не захотелось именно с золотом что-то такое. Так что, возможно, я куплю какой-нибудь красивый золотой люрекс или подмешаю к муссу, например. В общем, купила и купила, ладно, что уж делаешь, уже деньги не вернешь. Вот, следующая позиция, это тоже из магазина Айнитки, но это уже идет вот этот же африканский махер на шелке. Единственное, в чем отличие, у него есть внутренний подцвет от шелка, выглядит он получше. Но также он достаточно щекотный, он не колючий, он щекотный. Как бы каких-то вот прям положительных эмоций у меня от него не было вообще. Ни в работе, ни визуально, ни тактильно, ничего. То есть, ну, если ты прям любишь обычные, самые обычные махеры, то, наверное... можно, но как бы какого-то эффекта вау нет. Поэтому мой эксперимент с магазином Айнитки закончился раз и навсегда, потому что, ну ладно, хотя бы на полиамиде мне прислали с бирочкой, а здесь на шелке отмотали, и что-то дура, не можешь запомнить две позиции, тебе отправили, сиди вспоминай, почте ищи. То есть даже никакой бирки нету. Как бы за 23 тысячи за килограмм, ну, по мне, такое себе. Могли бы хотя бы какую-нибудь минимальную бирочку написать, да, хотя бы что это такое. Ну, они не считают нужным, ладно. А если что, вдруг кто-то из магазина будет Айнитки меня смотреть, загляните к девочкам Dolce Filato, у них в этом плане все шикарно. У них бирочки абсолютно на все, даже на отмот, когда ты к ним приходишь, в магазине покупаешь 100 грамм носочки, и ты на эти 100 грамм носочки получаешь... свою бирочку. Следующий махер мне очень понравился. Он намного нежнее, чем вот эти. По мне прям вот понравился. Хотя он также длинноворсовый, да, но как бы видно, что здесь пух достаточно высокий. Цвет безумно красивый, но как бы в этом конкретно видео, да, я на цвет не обращаю никакого внимания. И мне что понравилось, цвет, он... цвет шелка, он с цветом махера совпадает, то есть какого-то вот прям такого лоска нет. С одной стороны, это и красиво, и не очень, наверное, не знаю, но вот этот махер мне понравился. Эту позицию мне подарила Саша, это из магазина Суходол. Липик, Тит, Силкмахер или как-то так. В общем, я не буду обманывать, я не умею читать, даже не знаю, на каком это языке, но, в общем, он позиционировался тоже как африканский кидмахер. Он, по мне, тактильно мягче и приятнее, чем мои нитки, да, он прям как-то понежнее идет. Но также у него достаточно такой хороший, богатый ворс. Следующая позиция, это просто отвал башки. Если ты обратишь внимание, то у меня даже вот эта позиция, она одна из самых длинных в плане образца. То есть я не могла остановиться. Это махер просто, он взорвал мне мозг. Даже не знаю, как это передать. Это, во-первых, невероятно красиво. К сожалению, камера не передает. Этот богатый, изысканный, такой жемчужный блеск шелка, покрытый нежным пушком махера. Пушок здесь достаточно низкий, да, вот если, например, сравнивать с вот этими, то он низкий. Но это дает ему очень красивый лоск и благородство. То есть он выглядит реально изысканно. Он очень нежный. Вот в этом махере я не то что колкости не чувствую, он даже не щекотит. Такое ощущение, что это вторая кожа. Даже сейчас вот в квартире очень жарко, но в любом случае... очень приятно в этом махере находиться. То есть даже сейчас я не чувствую никакой колкости. То есть, ну вот эти вот я чувствую прям колкость, да, сейчас жарко.
вот этот, в принципе, щекотный, да, вот здесь я его на коже не ощущаю вообще никак. Такое ощущение, что он с моей кожей просто слился в едином вальсе. По-другому я это не могу назвать. Так, и это у нас Ламана. Невероятно красивый махер, невероятно потрясающая палитра. По-моему, палитра во всех оттенках есть в магазине Itzwo. И этот махер, честно могу сказать, из всех, что сегодня представлены, самый дорогой. Он идет, по-моему, 1600 с чем-то за моток. Но, в отличие от всех остальных, он идет 300 метров на 100 грамм. То есть, если, грубо говоря, вот этот у нас, он тоже очень классный, он 200 метров на 100 грамм, и здесь тебе придется брать 5 мотков, то эти вполне можно уложиться в 4 моточка. То есть, по сути, в любом случае, на моток дешевле ты купишь. Но он просто безумие. Это совершенство. Я теперь хочу всю палитру этого махера к себе в коллекцию. И мне кажется, дай мне сейчас волю, я бы вязала только вот паутинки из вот этой прелести. Если что, у меня этот цвет 37-й. Он безумно красивый. Мне этот махер дарила Маша, моя, с которой мы летали в Питер. Ты ее могла вполне видеть в питерском влоге. Дарила мне этот моточек на день рождения. И он прелесть. Просто прелесть. Машенька, огромное спасибо. Это невероятная красота. Поехали дальше. Ну, это совершенство ты уже можешь знать из моего влога тоже по Петербургу. Это потрясающий махер Onion. И это реально лучшее, что я держала в руках. Их, в принципе, я не смогла разделить, какой из них лучше, да, Onion или Ламана. Единственное, у Ламаны намного больше палитра. У Ламаны больше доступность, да, его можно даже на Озоне купить. Onion, насколько я знаю, продается только в магазине Holy Wool. Больше я его нигде не встречала. Но у Onion намного ярче выражен шелк, да. Он более блескучий и он более богатый, что ли, или роскошный. Я даже не знаю, как это передать. Но вот эти два махера я так и не смогла выделить, кто из них мне нравится больше. Вот это мое бесспорное первое место. Это Onion и Ламана. Потрясающие махеры. С ними вот прям хочется работать. Это очень приятно. Приятно в руках держать, приятно вязать. И Onion тоже 240 метров на 100 грамм. Но желательно уже его покупать 5 моточков. Но он подешевле, чем Ламана. В любом случае. Но это, конечно, это праздник какой-то. Вот реально это лучшие махеры из всего, что я пробовала. Я теперь еще задалась целью, хочу попробовать ленговский махер. И из Японии тоже есть очень тоненький 40% шелка, 60 кид махер. Вот тоже мечтаю теперь еще его попробовать. Но ничего, у нас еще впереди долгие-долгие годы вязания, и мы с этим, конечно же, справимся. Вот этот махер у меня вызвал достаточно спорные чувства. С одной стороны, да, у него богатый красивый пушок, у него проблескивает шелк, но от него нету какого-то вау. То есть он мягкий, он не колкий, он приятный, с ним вообще никаких вопросов нет. Это у нас Rowan. Неплохой махер с богатым пухом, да, если любишь длинно-ворсовый махер, то, наверное, можно приглядеться. Я поняла, что мне вот такие больше нравятся. Но что мне не понравилось, вот если я даже, так вот, не знаю, сейчас видно будет или нет, в нем есть какая-то плешивость. То есть вот когда смотришь при разном освещении, такое ощущение, что как клочки какие-то торчат, или вот я не знаю, как это передать. Но, в общем, вид у него крайне неопрятный. Если вот эти выглядят дорого-богато, то этот выглядит дешево и побито как-то. Но я не знаю, как передать, такое ощущение, что его моль поела. Или, ну, вот он какой-то реально плешивенький. Хотя мех достаточно густой, да. Я не знаю, в чем косяк, вяжется легко, проблем никаких не было, но вот когда я постирала, да, вот какая-то плешивость. Хотя ни один из образцов не линял, вода у меня была абсолютно чистая. Поехали дальше. Следующий, вот этот мех, это реально мишка. То есть по меху, мне кажется, это один из самых богатых, самый густой мех. Это у меня Silk Hair Print. Это супер кид махер от Лана Гросса. И к нему у меня больше всего претензий.
он достаточно колкий. Когда я вязала, было достаточно жарко в квартире, да, и у меня все руки были в пуху. То есть это был единственный образец, который я закончила, и после него я встала и пошла мыть руки. Реально было трудно после него сидеть, да, хотелось прям, даже когда я вязала, мне прям хотелось встать и пойти умыться, потому что летел пух, руки были в пуху, он застревал, кололся, вязался очень сложно. Я не знаю, с чем это связано, но реально он протягивался как-то достаточно сложно, наверное, как раз-таки из-за этого богатого густого меха. Хотя здесь метраж не сильно отличается, да, здесь 50 грамм 400 метров, но по сути те же самые 25 грамм 200 метров. То есть я бы не сказала, что это толстый мохер, он в принципе такой же, как, например, и рован. Но рован 210, ладно, он не сильно отличается. Так, этот у меня, не помню, 240. Кстати, я весь образец вязала на спицах 375. По одной простой причине, они у меня лежали под рукой, я их взяла и начала на них вязать. В общем, больше всего претензий у меня было к кидмахеру от Лана Гросса. Честно, не понравился вообще. Ни в работе, ни визуально он выглядит. Он не выглядит как махер на шелке. Вот честно, он выглядит ровно, ровно так же, как вот этот кидмахер на полиамиде. Вообще не вижу никаких отличий. Нету ни шелкового блеска, нету вот этот струящийся. Даже если мы смотрим рован, он как-то очень интересно драпируется. У него есть какая-то пластичность. Этот нет. Этот как-то вот, в общем, сплошное разочарование. Кстати, очень жаль, что так получилось, но именно вот этот моточек у меня был в посылке один на день рождения. Он был очень уместный, очень вовремя, но, к сожалению, ну, Дина не несет ответственность за качество этого производителя, поэтому, к сожалению, вот этот махер у меня пошел в топ нелюбви. Не оценила вообще никак. Следующий это пошел кид-махер. Поэма Махер от Лейнс до Норт. Мне 100-500 раз говорили, как этот производитель правильно читается. Если интересно, погугли. Я произношу так, как я привыкла, так, как произносит 99% населения. Лейнс до Норт, а как он правильно, сама читай. Вот, это тоже у нас кид-махер 75% и 25% шелка. Классическая толщина 210 метров на 100 грамм. Он должен уложиться градиентом от светло-розового к такому ярко-красному. Именно цвет мне нравится, но вязать мне его не понравилось. У него почему-то несколько раз расслаивалась шелковая нить. Вот прям расслаивалась, что я протыкала ниточку. И вот даже посмотришь, мне кажется, это очень хорошо видно, насколько плешивые получились сами петли. То есть сами петли, они по себе очень неопрятны. То есть вот они, ну, я все вязала одним полотном. То есть я не меняла ни спицы, ни руки, ничего, ни голову. Я все вязала сплошным полотном. То есть я отвязывала фрагмент, отрывала нитку, привязывала следующую и гнала дальше. Причем я связала рован. В первый вечер я связала все до рована. Потом я присоединила Лана Гросса и пошла уже все оставшиеся. Я связала за один вечер, да, 3 часов ночи вязала. То есть Лейнс до Норт, ну просто он выглядит очень плешиво. Но я не знаю, вот ни с одной из позиций, вот посмотри, что вот это за такое. То есть какие-то вот ряды, вот эти вот петли, какие-то кривые, косые. То есть выглядит он, честно, отвратительно. Такое ощущение, что я первый раз взяла спицы в руки. Но даже для понимания, да. Как выглядит полотно на Ломане и как выглядит полотно на Лейнс до Норт. По мне, небо и земля очень сильно отличаются. У Ломаны как-то вот все петельки ровные. Это какая-то, я не знаю, я такая вяжу, такая, да что с ним не так? Я не могла понять, то ли у меня руки кривые, спицы ничего не меняла, но он реально ложился омерзительно, вот просто омерзительно. И следующее... Красота, да, вот этот синий махер, как сказали девочки, наверное, просто из-за того, ну, меня рован, возможно, не впечатлил, потому что он шел паровозом после этих двух красавчиков, да, возможно, если бы я где-то рассредоточила по-другому, я к нему отнеслась. Но получается, у меня вот этот синий красавчик пошел как раз-таки сразу после
двух неудач, да, Лана Гросса мне не понравился вообще, и Ленес Ду Норт просто какая-то мерзость, ну, я не знаю, ну, кто, если кто любит бомж стайл, то, наверное, можно купить Ленес Ду Норт и вязать спокойно, даже стараться не надо, оно само все так ляжет. А следующая позиция я вязала, и меня не покидало ощущение, что в этом образце, в этой ниточке есть или альпака, или кашемир, потому что все время на руках была какая-то маслянистая, вот такая вот небольшая вот гладкость, да, которая присуща именно вот этим составам, кашемиру или альпаке. Но этот махер вязался достаточно ровненько, как видишь, все петельки ровные, никаких нареканий нет, шелк светится неплохо, причем цвет, мне кажется, один в один, как мой бассейн, вот прям очень похож. И сейчас будет просто шок-контент. Честно, у меня вот этот махер в топе, он мне прям понравился, реально мне понравился. И это у нас, давай даже вот так покажу, чтобы было нагляднее. Это у меня от Luxury Selection by Rego. Silk Kit 850 метров, 70 кашемир и 30 шелк. Да. Это у меня бобинка, я ее покупала еще, наверное, в 2018 году, ну, даже не помню когда, но судя по артикулам, да, ты понимаешь, что это было куплено достаточно давно, тем более по цене в магазине Alinda. То есть это я покупала в Alinda очень давно. И меня очень приятно удивил именно этот махер. То есть, если я ставила ставку на вот эти, на махеры из Айнитки, потому что я была уверена, мне столько людей его рекомендовали, что я его купила скорее из вредности. Потому что, ну да, я его взяла, все, лишь бы вот закрыть, и чтобы мне перестали писать, чтобы я его попробовала. Я его попробовала. Гадость. Честно, гадость. Нет, наверное, если в контексте от всего остального, наверное, норм. Но когда есть намного больше выбор и качественнее, то он того не стоит, честно. Абсолютно не стоит. Да, я понимаю, цена здесь за 100 грамм почти, чуть-чуть дороже, чем здесь за 25 грамм. Но, честно, эти 25 грамм этого стоят. Вот. Так что Luxury by Rego меня в этот раз прям очень приятно удивил. Пушок неплохой. Единственное, у него, как и у Rowan, да, у меня была прям та же самая претензия, как и к Rowan, у него есть небольшая плешивость, то есть есть какие-то неравномерные клочки, вот камера их не так выдает, да, вот я прям глазами вижу, как вот есть где-то чуть побольше пуха, где-то чуть поменьше. Но, честно, он меня приятно удивил. Возможно, после вот этих двух мерзостей этот прям полетел на спицах, прям... Я в шоке была. Я девочкам говорю: девочки, вас ждет шок-контент. Так что, поехали дальше. Следующий красавчик. Очень мне нравится этот махер. У меня из него есть полноценное изделие. Если я найду фотографии, я присоединю. Я еще, наверное... Я помню, что вот только-только началась пандемия. То есть это был где-то апрель-май 2020 года. Я эту бобинку заказывала онлайн, потому что я на заказ вязала кардиган. А так как все было закрыто, у меня возможности ничего пощупать, посмотреть не было. Я нашла этот махер. Было пожелание просто... Точнее, мне прислали фотографию, скриншот из Инстаграма. Сказали: сможешь повторить? Я говорю: смогу. И все. И вот я связала, грубо говоря, по фотографии из Инстаграм кардиган. И этот махер я покупала. Я просто когда... Чтобы найти... состав, да, потому что по этой бирочке ничего не понятно. Это от линии Pio Spa. Арт называется Вишпер, наверное, или как-то так, да. Это тысячный махер у нас. Единственное, что я помню, здесь есть немножечко мериноса. То есть здесь шелк, махер и немного мериноса. И он потрясающий. Он реально очень красиво ложится. У него очень красивый жемчужный блеск. Я думаю, это видно, да, как он по пальчику переливается. Ложится ровно, пух ровный, все ровно. Как бы вопросов вообще нету. Идеальный махер, и даже, по-моему, кто-то из девчонок его выбрал в фавориты. Прям вот понравился. Мне он тоже очень нравится. И вот я прям вижу, да, какой-нибудь купить или черный, или графитовый жакет, такой большой оверсайз какой-нибудь, и под него связать лонгслив или вот такой. Или, ну, я, конечно, теперь мечтаю о таких.
Я хочу себе навязать паутинки на 100-500 штук, но не паутинки в плане, что они дырявые будут, а в плане, что это будет легенький такой лонслив, да, типа джемперочка, что-то, которое будет носиться к телу, это будет очень приятно. Возможно, закажу себе на Алиэкспресс шелковые маечки и под них буду носить. Это будет просто вот безумно уютно, тепло, хорошо, комфортно, не будет жарко, парка, наверное. Не знаю, никогда не ходила в махере, не могу оценить. И напоследок, честно, это мерзость. Это был самый ужасный махер. Он вообще не вязался, не тянулся, он колючий, он неприятный. Я бы даже сказала, что это не кид-махер, а, наверное, просто махер. Хотя это тоже куплено в Алинде, это Артсофт. В общем, какой-то производитель... Плюрфилм, я не знаю, как это читается, Soft Candis, наверное, Soft Candis, как-то так. В общем, я постараюсь сделать фото, да, и присоединить бирку, как оно читается, просто для того, чтобы ты это не купила. Правда, омерзительный махер, он с длинным ворсом, да, вот у него прям вот торчит, если вот мы будем смотреть на вот эти две жопки, да, то синий практически лысенький, да, у него короткий ворс, этот прям торчит торчком, но он мерзкий. Честно, я была уверена, что это просто махер, а не кид-махер. Вяжется трудно, не протягивается, нет ни блеска, ни лоска, ничего. Колючий, неприятный, так же, как и Лана Гросса, застревал в пальцах, прилипал к рукам, тянулся, кололся. В общем, работать было с ним неприятно и просто ужас. И, по-моему, почти все девочки выбрали его, так же, как и вот этот с полиамидом, в категорию самого худшего. Так что, в принципе, мои мнения совпали с девочками, да, то есть у нас, в принципе, совпало то, что за качество надо платить, качество того стоит, но нужно понимать, за что ты платишь. Почти все, да, по-моему, все выбрали вот эти два фаворит, это у меня Ламана и Онион. Это реально того стоит. Честно, это две самые дорогие позиции, но они и этого честно стоят. Также есть дорогая достаточно позиция Rowan, и, на мой взгляд, она этих денег не стоит. Лана Гросса я вообще не рекомендую. То есть мне Лана Гросса не понравилась от слова совсем, как и Lanes du Nord. Хотя кто-то из девочек, по-моему, даже выбрал в любимчике Lanes du Nord. Очень понравился махер от... Вали Суходол, если я захочу именно пушистик, да, не вот такую гладенькую, а именно пушистик, то я тогда, скорее всего, приобрету у Вали еще другие цвета. Хотя этот я тоже в него влюбилась, мне очень понравился, классный. Но в нем мне не хватило лоска, и по мне он слишком пушистый. Вот. Также мне очень понравился вот этот махер, из которого я вязала. Я вот нашла ценник 6500 за килограмм. То есть у меня была бобинка на 300 с лишним грамм. Огромный кардиган с узорами у меня вышел на 160 грамм. То есть здесь 220 грамм. Еще на 2 изделия мне точно хватит. Еще мне осталось довязать немножечко махерчиков, чтобы продлить свой шарфик. Проведу для девчонок новое испытание. Кстати, полетим в Петербург. Возможно, дам пощупать Лене. Мне интересно, будет, узнает она или нет. Так что мы с девочками еще там встречаемся. Я посмотрю, если я успею закончить этот шарф к поездке в Петербург, то я обязательно довяжу вот это и сравним. На сегодня я буду прощаться. К сожалению, уже не успею выпустить ролик на выходные, да, чтобы ты смогла расслабиться, посмотреть. Но я думаю, и среди недели тоже найдется время, чтобы порадоваться, что ты не купила какой-то из этих махеров, или что у тебя где-то в закромах есть моточек Ламана. Это реально самые крутые махеры. Вот эти два красавчика я рекомендую однозначно. Это вот то, на что денег не жалко. И ты свяжешь одну вещь, которая будет просто восторгом. Да, но если ты не веришь мне на слово, то купи моточек Лана Гросса и моточек Ониона и сравни. Кстати, сейчас по новому курсу цены у них не сильно отличаются, к сожалению. Поэтому, если вдруг
не знаешь, куда потратить деньги, то теперь ты знаешь. Ламана и Онион. Два самых крутых махера на сегодняшний день из того, что я пробовала. Как видишь, попробовала я много. Все, пока.